Дональд Трамп пожаловался на отсутствие России в саммите Большой Семерки. По словам президента США, четверть дискуссий в Канаде были посвящены России. А если бы Владимир Путин присутствовал на встречах, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и в Украине. Трамп отметил, что многие вопросы решаются гораздо быстрее и эффективнее в рамках личного общения.